Настоящая дружба и партнерство двух великих личностей, о которых говорят и которыми восхищаются до сих пор Муса Джалиль и Назиб Жиганов. В честь 115-летия со дня рождения поэта-героя и 110-летия выдающегося композитора открылась выставка в Национальной художественной галерее Хазине. Подробнее в следующем сюжете. Выставка «Содружество душ» названа так не случайно. Она посвящена тандему Мусы Джалиля и Назиба Жиганова. С раннего детства каждому известно, что Джалиль – это поэт-герой, герой Советского Союза, автор-создатель Моабитской тетради. Но не все знают о его роли в становлении музыкальной культуры республики. Около 5 лет он заведовал литературной частью в татарской оперной студии при Московской консерватории и активно участвовал в создании татарского театра оперы и балета, который сейчас носит его имя. Один из важных разделов экспозиции и посвящен творческому союзу Мусы Джалиля с Назибом Жигановым. Результатом их дружбы, творческого тандема, как раз и получились такие известные оперы, как опера «Алтын-Чеч», это одна из самых известных татарских опер, и опера «Ильдар», которая была посвящена Великой Отечественной войне. Назиб Жиганов в своих воспоминаниях о Джалиле говорил о том, как ему было очень радостно и приятно работать с ним, о том, что они засиживались до самого утра, много спорили, но всегда приходили к какому-то компромиссу, отмечает Алина Шарафутдинова. Открытие выставки было необычным. Здесь прозвучали и стихи, и оперы из уст артистов республики. Особенно проникновенным прозвучало стихотворение «Не верь» на татарском языке от народного актера Рината Тазидинова. Сина миннен хабар кетерселер, ол йығылған арып дейселер, син шанма дағрын, мандай сөзді дуслар әтмәс, яқын көрселер. Ринат Тазидинов рад, что когда-то он 2 раза обращался к образу Мусы Джалиля, хотя упоминает, что именно во 2-й раз по пьесе Туфана Миннулина ему удалось сыграть поэта-героя лучше. Он смог прочувствовать его полностью. Я как актер действительно вот, горжусь, что я играл Муса Джалиля, и что я понял, что наш народ очень талантливый. Вообще, это в одном народе нету такого поэта, который перед смертью писал вот такие стихотворения. Заведующий музеем квартиры Назиба Жиганова, внук композитора Алексей Егоров, также был на открытии выставки. Он отметил, что для него все экспонаты бесценные. Это память о великих людях, которые стоят за памятными афишами. По его словам, Муса Джалиль и Назиб Жиганов – те личности, которые своим творчеством шагнули за пределы национальных границ. Еще одним из гостей мероприятия был народный поэт, лауреат премии Габдуллы Тукая Ринат Харисов. Он также с глубоким уважением говорит про творчество поэта и композитора. Это те люди, которые обновили татарскую музыкальную культуру и вообще культуру новым жанром, жанром оперы и жанром балета. В памяти всего народа от Мусы Джалиля и Назиба Жиганова остались портреты, фотографии и их великие работы, которые хоть раз в жизни слышал и читал каждый. Энджи Минибаева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.